быстро вам все вкратце расскажу, потому что хочу с вами поделиться, но времени практически нет. У нас каждый день расписан, спим по 3 часа в сутки, не высыпаемся, усталость вообще сумасшедшая. В общем, чтобы вы понимали, повторюсь еще раз, все у нас по плану, все у нас хорошо, свадьба будет. Мы немножечко порой ругаемся, но это такое, это временное. Вот, платье есть, туфли есть, украшения есть. У Андрея также образ полностью готов. Свадьба у нас будет в белых, в голубых и в серебристых тонах. Так что все подготовили уже. Я очень сильно волнуюсь, безумно волнуюсь, потому что вы, ну, знаете, да, это впервые в моей жизни, это впервые в жизни Андрея, что вот мы пришли к такому серьезному шагу, как вступление в брак. Вот, свадьба будет проходить на Сейшелах, свадьба будет на королевской шикарной яхте. Вот, там будет и церемония, роспись, торжество, вот, так что такие вот дела. Дома Сэл летит, летят все, кроме Оли с Димой, вы в курсе, что у них не получается прилететь, потому что они будут с ребенком. Также будут участники Дома 2, конечно, к сожалению, не все, которых мы бы хотели видеть из-за конкурса, да, потому что идет ЧГ, и не все могут полететь, но большинство все-таки полетит, поэтому мы такие счастливые, блин, просто вам не передать, кайфуем, уже ждем с нетерпением этого дня, ни капли не сомневаемся, ну, немножечко волнуемся, да, потому что это впервые, это что-то сумасшедшее в нашей жизни, но очень ждем этого дня. Так, Яна, Захар летят, скорее всего, да, но пока под вопросом точно не могу сказать, но я думаю, что да, что они полетят. Так, сколько человек на свадьбе будет, смотрите, ну где-то в порядке 16 человек, вот до 20. Так, дата известна, ну вот буквально, вот через неделю уже все будет.